Потому что здесь учится моя сестра. О, бедная сестра. Пришлось из-за тебя
А он меня всегда выслушает. Кто? Друг, которого я тут нашел. Он меня выслушает, слова ни одного не скажет. Так где он, твой друг? Олег, выходи. Ну, Олег, ты стесняйся. Ой, это Игорь. Работать. Вот такие вот традиции. Сейчас все сделаем.
дурдомовато. Вы такая ветреная. Вы нам не подходите, простите. Подводите, а что, что делать? Давайте, зачем? Thank you.
комиссия, дегустатор дабстепа. А некоторые
Получает
спать в одной комнате. Что делать? Бедненько. И давно вы поселитесь по гостишкам? Давно. Давно. Только, да. Я напомню, что команда школьная, и в каких пару рэпостей. Стоит? Да. Мама моего парня не разрешает вам ночевать в одной комнате. Что делать? А моя мама тоже мне не разрешает ночевать с парнем. Аккуратненькие, может быть, ответы. Может быть, смешные, чем, черт не шутит. Ответы. Друзья, договорюсь с спонсором. Обратите внимание, что вопрос... Ой, нет, договорюсь с спонсором. Сборная России, друзья. Мама моего парня не разрешает нам ночевать в одной комнате. Мне разрешает, ты ходи ко мне.
А вы тоже заболели? А чем вы заболели, если не секрет? И если можно, это говорит микрофон. Я просто знаю, что весь день лил дождь, и, видимо, в КВН там не особо играли, да? Но нашли чем заняться. Теперь вот ходите опять с проблемами. Друзья, у нас какая-то приемная у Мэри, понимаете? Один ночевать негде, вторые вот хандрят. Но ничего, Анастасия, мы все вопросы решим. Мы же находчивые. 18 мая на Кубке. Ну не ну ты, ну еще раз не волнуйся. Ты тоже приходи ко мне. 18 мая на футболе среди команд КВН многие заболели. Скажите, как нам вылечиться? Натуральный бинокло. Зачем лечиться? Если бы мой дед еще после таких праздников лечился, что бы вообще было? Ни одна мышца не должна остаться незамеченной. И у вас уже ответ созрел. 18 мая на футболе среди команд КВН многие заболели. Скажите, как нам вылечиться? Я вам больше скажу, после этой игры тоже многие не вылезут. Настя, почему же вы такая грустная? Вот, видите пример среди, а? Угорают, несмотря ни на что. Настенька, вы бы к руководителю команды сборной России действительно подошли, он бы сделал вам массаж. Я подумаю. Да. 18 мая. Я про поцелуй. Ну какая испорченная молодежь сегодня, правда? Правда, вот в наше время такого не было. Настя, запрыгивай, будем лечиться. Дерутный самообразный! Ну, я думаю, на этом все, Настя. Не обеспокойте. Алло, человек, представьте, пожалуйста. А, привет, Дмитрий. Вопрос такой. Я Саша, Дима. Маме тоже хватит, ну да ладно. Как меня долго не называли, Дмитрий, это еще нормально. Продолжайте. Главное, что
получить великий? Нужно задать вопрос, какой нужно задать вопрос, чтобы получить великий. Логика юмора, вы не товарищ! Привет, а какой вопрос нужно задать, чтобы получить великий? 18 мая на футбольном поле. Я просто строительному учусь. А, человек.
еще будет задавать? Дорогой мой, я хочу, чтобы ты еще раз ответил на что-нибудь. О, хватит тебе попасть с выкуменщиками! Меня посадят, клянусь когда-нибудь. Ладно. Вопрос такой, друзья. Вчера состоялся, наконец-то, финал чемпионата, хотел сказать, России. Вообще, чемпионат мира по хоккею, шведы выиграли, к сожалению, к великому. Ну, да ладно. Незадолго до финала наши... Я не знаю, шведы очень радовались. Но... Вроде прикольно все было, да. Незадолго до этого наша сборная проиграла американцам. Так вот, у меня вопрос в связи с этим. Скажите, как объяснить мужчине, что накаркало и предположило, это разные вещи? Что-то такое.
помогите! Вытащите меня отсюда! Бабушка! Бабушка! Господи, еще упадет кто-нибудь. Что? Вы это видели? Ну ладно, она закрыла пацана в колодце. Но ее прическа... Она что? Ойся, не бойся меня, ты рано тебе встанешь.
Часть построить в космосе, часть другой галактики. А еще так Вейдер наш дышит очень классно, делает осложнение с астмой. Бойся ты, бойся, ты его не бойся. Вейдер скоро станет добрым, ты не беспокойся. В конце Вейдер победил зло. Этим он от Путина серьезно отличается. В этой песне есть мораль, всем она понятная. Хочешь ты у власти быть не трона императора? Бойся ты, бойся, ничего не бойся. Победи всегда добро, ты не беспокойся. Это будет первый в мире случай, когда Дарт Вейдер будет говорить: «Эй, Люк, это отец!» В общем, друзья, смотрите этот хороший фильм. С вами была команда «Квалитет Рубля». Спасибо за внимание. Пожалуйста. Да, я хочу сказать открыто. Ой, как вы громко говорите.
мастеров по актовым залам различных заведений. И заведений вообще! Я в мете вообще первый раз отличный актовый зал. Прям круто, зачем балкон, не знаю. А за нами наблюдают. Вот, да, это раз. Во-вторых, на всех трех играх и плюс фестиваль было так смешно, что вы делаете. Прям молодцы, прям круто. И, безусловно, теплый зал еще благодаря зрителям, которые ходят. Спасибо вам. Друзья, очень редко! Лукачи вызывается на следующий!
хоть раз получал в своей жизни 64 балла? Да нет.